Щивица. 1 августа. В прошлом году мы в 1 августа уже начали молотить. Сейчас она пока еще только созревает. Есть зеленые, есть уже те, которые, ну, сухих абсолютно нет. Они еще практически сам боб и сама чечевица, она еще давится, то есть она сформировалась. Твердое зерно. То есть она, можно сказать, еще молочно-восковая спелость. Зерна, высота от посадки, она немножко лежит в пределах 30 сантиметров. Она еще, конечно, сядет, но за счет того, что она достаточно густая, но вот тут то так будет пружинить. То есть диапазон где-то от 15 до 25 сантиметров есть для того, чтобы именно срезом в этот промежуток, то есть ножами, потом, чтобы закинуть ее в жатку. Есть, конечно, кое-где повреждения фузариозом, то есть корни сгнили, но это из-за осадков, хотя здесь семена были протравлены Максимом, но Максима не хватает на всю вегетацию. Это нормально, вполне нормально. То есть есть кое-где пятна, особенно возле осадков, особенно возле посадки, где участок не продувался, там этих пятен больше. Серьезно. Здесь уже меньше. Вот такая вот картина. Так выглядит чечевица. Достаточно не. Так, максимальная там ее высота, наверное, где-то до 60 сантиметров она, если расправить ее, до 60, может даже больше, потому что даже выше, чем выше колена, то есть до 60 сантиметров и выше. То есть здесь она еще будет, скорее всего, неделю точно созревать. Урожайность пока непонятна. Вегетационный период в этом году был длиннее. И, кстати, вот это смещение по вегетации, оно уже сказалось на озимых. Озимых в прошлом году. И на яровых, ну, на яровом ячмене то же самое, на горохе. То есть, скорее всего, и чечевица будет выше, чем в прошлом году урожаю. Пока вот так,